Я всех приветствую от себя лично и от имени вот этой очаровательницы. Вы посмотрите, какое создание из шариков. Необыкновенное совершенно. Боже мой, какая у нее шапочка, я такую же хочу. Я, Вань, такую же хочу. Ой, какие ножки, боже мой, какие тапочки. Классная какая! Супер! Мы пришли на двухдневную выставку кукол. Ну, я долго искала эту улицу, а она оказалась совсем недалеко от метро. Конкретика. Это чудо называется «Винный гусь». Ничего замысловатого, просто он винного цвета, его так назвали. Вообще красавец, конечно. Хранительница времени. Работа Екатерины Петуховой. Россия. Чудо какое. И это также работа Екатерины Петуховой. Это белый кролик. Это тот самый белый кролик, за которым советуют все время бежать, следовать, вернее, сценарист Александр Молчанов. Но если за таким кроликом, то я готова. Ван Гог, Чехов, Кафка, Линкольн и Амедео Модильяни. Модильяни очень похож. Эту куколку зовут Эмма. Автор Снежана Яницкая, Украина. Котенок, давай скажи мне, какие куколки. Мне понравится. Я вспомнила, что она раньше была красивая. Да, и это мне нравится. Да. Сколько
Я понимаю, что это не хуй. Будете смеяться, но это девушка с подагрическими конечностями называется Пеппи Длинный Чулок. И опять-таки это работа талантливой Екатерины Петуховой. Россия, Испания. Я вот зашел к Кате на выставку, типа куча кукол, огромное количество вообще там художников. Ну, я типа вышел, а вот вчера не подойдет пошел, так вчера весь день был на Thank you.
рассмотрится. Это вот именно масштаб. Если вы рассмотрите, смотрите, да, какой тонкий он, да? У человека же нет такого тонкого. А да, для куклы, да, он в самый раз. Да, ну, божественно красиво. Тут все пуговица в масштабе куклы, да, и также, да, и волос должен быть, чтобы, конечно, восприятие было, ну, как... Ботиночки вы сами шьете, да, тоже, да? Ботиночки тоже совершенно произведение искусства. Мы и сапожники, и сапожники, и каблук, и подошва, и вообще. И скульпторы, и парикмахеры. И да, заплетаете. Это шелковая ленточка. Да, вот, оказывается, кукла очень подвижная, и можно ей изменить позу из одной раскованной позы в другую. Ну, посмотрите, какая красота. Вот автор только что сменила кукле позу.